Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать теплицу дачник 3М крепыш. Разгрузили, брус положили, примерно где-то так будет. Потом еще выровняем. Торцы сейчас надо будет обшивать. Собрали каркас, брус, обшили торцы, поставили уголки, конек. Продолжаем. Будем перекрывать крышу, стены, собирать двери. Закончили монтаж теплицы дачник 3М крепыш. Будет 3 метра в ширину, 3 метра в длину. Длину можно сделать любую. Свалена теплица с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Полимерно-порошковым способом окрашена. Цвет шоколад, поликарбонат, новатора 4 мм 0,75 плотности. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Все торцы сот защищены торцевым профилем перфолентой. По углам сделан уголок 50 на 50 на торцах, полностью по углам теплицы. Козыречек с уголка 25 на 25. Здесь дверь цельная. Можно изнутри закрываться. В теплице стоят укосины для большей жесткости конструкции. Колышки, чтобы теплица стояла мертвая в земле. Дальний торец глухой с торцевой форточкой. Теплица крепыш, арки 20 на 40, усиленная. Все сварочные соединения, швы обвалены по кругу. Все качественно и надежно. По уголкам стоит, по углам стоит уголок, тоже 50 на 50. И в коньке. Снутри и снаружи. Все очень надежно и мощно и красиво. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!